Всем привет, это МГ-17. Вчера я выложил видео с необычной мортирой, но мне так и не удалось пройти уровень с помощью нее. Но я думаю, надо это изменить и все-таки пройти этот уровень только с помощью яблочной мортиры, без других растений. Я думаю, это вполне реально. Так что давайте попробуем это сделать. Так, тут какая-то пиньята. Так, это которую я сейчас закрыл. Так, ладно, нам она не нужна. Открываем юрские болота. Ищем 22 уровень. Так, вот он, 22 уровень. Так, нет, рестарт. Так, и выбираем только яблочную мортиру и кучу других растений, конечно же. Так, где у нас яблочная мортира? Вот она. Кстати, она почему-то в списке находится раньше, чем граната. Ну ладно. Итак, расставляем. О, зомби там уже завывают. Им не терпится умереть. Ладно, все, поехали. Давайте, зомби, идите. Нате вам. Нате вам. Быстро, быстро с ними справились. Давайте мортиры. Давайте. Оторвите ему все. Руки и все остальное. Динозавры вообще валите уже, давайте отсюда. Так, все, свалили, это хорошо. Третья часть уже пройдена. И пока все отлично. Там даже он зомби в колпаке уже сейчас завалит сверху. Блин, вот опять пришли эти динозавры. Ух. И давай опять запинывать. Ну ладно, надо, наверное, пока так убрать. Еще потом так убрать. Косилка всех скосила. Ну, всех не всех, конечно, но кое-кого скосила. Так, можно мортиру посадить обратно. Так, можно эту, или может быть эту, выкопать и посадить сюда. Так, вон уже Гаргантюа идет. Ладно, этих можно постепенно выкапывать. Эту тоже можно выкапывать и садить ее куда-нибудь сюда. Так. Выкапываем. Так, вот у нас остался только Гаргантюа. И вполне возможно, что мортиры все-таки его замочат. Они так стараются. Давайте поболеем за них. Мортиры! Так, у нас еще есть место для одной мортиры. Только вот садить ее некуда, к сожалению. Ну ладно.
Сейчас Гаргантюа, скорее всего, одну мортиру все-таки разнесет. Но мортиры хороши тем, что они вот имеют такой эффект, и что вот Гаргантюа просто ничего сделать не может. Он просто в шоке от них. На него сыпятся кусанные яблоки. Как тут не быть в шоке? А, можно ускорить все это дело. Вот так вот. У Гаргантюа просто вообще шок, он завис. В одном положении. Ничего сделать не может. Так, нет, он сдвинулся. А, ну понятно. Он сдвинулся, чтобы у него отвалилась голова. И все, уровень пройден только одними мортирами. Так что, вчера я, получается, был неправ. Мортиры не такие уж и плохие. Правда, приходится поработать ручками, точнее, пальчиками. А, давайте попробуем пройти этот уровень чем-нибудь другим. Тоже то, что бьет также вот навесом. И посмотрим, насколько другими растениями можно пройти, там, не знаю, эффективнее или хуже вот, по сравнению с яблочной мортирой. Ну, так. Я вот думаю, надо взять вот эти вот арбузы. Ледяные. Ну и остальное уже пофигу там. Все что угодно пусть будет. И пройдем только с этими арбузами. Они, конечно, стоят, получается, в два раза дороже. И посадить их можно в два раза меньше. Но посмотрим, что из этого получится. Так, еще один куда-нибудь сюда. Так, поехали. У них тоже есть такой же останавливающий эффект. Немножко другой, конечно, но зато он действует на большую площадь. Эх, хорошо бы, конечно, чтобы динозавр сейчас ушел, но он сейчас будет пинать этого зомби все ближе и ближе. Блин, и это плохо. Он его уже пнул очень близко. И если так пойдет, то зомби сейчас прям съест арбуз уже. Блин, ну что ты делаешь? Еще один идет. Так, попробуем сделать так. Так. От одного избавились. Но такое ощущение, что подкормку нам придется опять использовать уже. Потому что идет зомби, идет. И будет сейчас уже жрать арбуз. Блин, придется делать так. Ну, давай. И, между прочим... А, ну ладно. Арбуз нам все равно придется, наверное, убирать. Можно попробовать, конечно, еще сделать так. Так. Мы их чуть-чуть остановили. Хорошо бы, если бы сейчас пошел Гаргантюа. И тогда... Может, стоит пожертвовать арбузом? Ну, блин. Нет, Гаргантюа не пошел. Не пошел Гаргантюа. Так, этот арбуз нам, наверное, не понадобится. Будем садить арбуз тут. Так, вот пошла новая волна. Так, это нам, возможно, тоже не понадобится арбуз. Выкопаем его, посадим сюда. Может быть, наш этот даже арбуз не понадобится. А может, даже и этот не понадобится. Ну его нафиг. Будем мочить Гаргантюа арбузами. Может быть, нам даже это удастся. А может, нет. Ух, такое ощущение, что нет. Потому что Гаргантюа уже добрался до одного арбуза. И очень скоро доберется до двух других. Вот он добрался еще до одного арбуза. И...
быстрым шагом, в быстром таком темпе приближается к последнему арбузу. И сносит его мощным ударом. Пройти этот уровень. Вдруг получится. И если не получится, ну значит арбузы все-таки слабее. Так, все те же растения. Возможно, последний арбуз вообще не стоит садить. Посадить пока только 5 арбузов, например. И поехали. Так, пошли динозавры, пошли зомби. Так, пошли другие зомби. Кстати, может нам арбуз посадить-то вот сюда вот? О, кстати, динозавры ушли, это хорошо, и они не закинули нам вот этого громилу. А сейчас их просто... Да, у нас очень хороший шанс от них избавиться. И это хорошо. Потому что... Сейчас мы сможем очень хорошо так задержать зомби. Они не смогут к нам подойти. И, возможно, мы продержимся до того момента, когда придет Гаргантюа, и тогда уже зомби пусть проходит, его просто... И все. Так, вот пришел тот динозавр. Это, конечно, плохо. Он сейчас будет пинать зомби. Эх, ну ладно, так. Ты не смог это сделать. Блин, ты смог это сделать. Так, ну ладно, можно тогда делать так, пробовать. Давайте, мочите их. Давайте еще мочить их. Так. Остались, это хорошо. Блин, сейчас опять пнет его. Ну ладно. Так, сейчас опять... Нет, нет, он не пнул, и это хорошо. Так. Иди. Иди, Гаргантюа. Обломался динозавр, не смог запнуть мне зомби. Так. Ну, походу... Уровень пройден. Надо попробовать сделать еще... Как же попробовать еще сделать? Жалко, что мышек очень так уменьшается. Так. Выкапываем. Стой, стой, стой. Не мочи его. Блин. Ну, тут... Ай, не успел выкопать. Пока смотрел на Гаргантюа, а тут на четвертой линии зомби сожрал мой арбуз. Блин. Ну... Арбуз выкопать тут. И посадить арбуз. Блин. Ну вот куда посадить этот арбуз уже? Сюда. Конечно, сейчас сожрет мой арбуз. Ну ладно. Но тут уже без вариантов. Этот зомби пройдет и косилки. Тут получается, вот я потерял уже две косилки. И сейчас потеряю, похоже, третью. Потому что зомби, ну, дойдет и съест арбуз. Можно же сделать так. Нет, не хватит на арбуз. Не хватит на арбуз. Ну вот. Ладно, иди уже. Иди.
Иди уже. Вот. Так, ну, по сути, получается, арбузы, ну, по эффективности примерно такие же. Они тоже действуют замораживающим эффектом не на одну линию, а на и соседние тоже. То есть в чем-то они похожи. Ну ладно, все, давайте. Это был канал МГ-17. Всем счастливо!